Ярмарка «Икра и рыба камчатская» – кладезь полезных полиненасыщенных жирных кислот, жизненно необходимых нашему организму круглый год. Ценители полезных и вкусных продуктов не смогут устоять перед свежим уловом дальневосточных даров. Намного лучше, чем у нас вот продаются вакуумы вот этих вот. Намного лучше, и оно и свежее, и мне очень нравится. Царица Камчатки Чевыча – самая крупная представительница тихоокеанских лососевых. Ее оттенки вкуса можно оценить как в холодном горячем копчении, так и слабо соленую. Представлены и другие ценные породы дальневосточных рыб – тунец, белорыбица, палтус, нерка, кижуч. И, как всегда в ассортименте ярмарки, традиционный русский деликатес – натуральная красная икра. Чевыча мне понравилась. Ну и, конечно, палтус. Вот я все взяла, что мне понравилось. Любая красная рыба – это уже большой интерес. Но самое, конечно, чевыча. Всю продукцию доставляют с Камчатки, не применяя глубокую заморозку. Рыбку коптят с использованием натуральных опилок – ольхи, яблони, вишни. Из добавок только соль. В этом секрет тонкого насыщенного вкуса и, как следствие, большой пользы. Ярмарка «Икра и рыба камчатская» открыта в торговом центре «Европейский» до 29 апреля включительно. Александра Седачева, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков, Клинцы.